В славной биографии Мусы Узденовой работа директором школы села Первомайского, а затем Учкекенской средней школы и заведующим районным отделом народного образования и в качестве первого председателя и руководителя Совета ветеранов Малокарачаевского района. Лариса Салпагарова, директор средней школы номер 2 села Учкекен, была лично знакома с Мусой Узденовым. Она помнит его как человека доброжелательного и миролюбивого, который ко всем, независимо от возраста и социального статуса, относился с большим уважением. Он был очень начитанным, он был очень эрудированным человеком, он был мягким человеком. Я не слышала, чтобы о нем отзывались, или сама никогда не видела, чтобы он на кого-то кричал, делал какие-то некрасивые замечания в адрес людей. В народе бытует мнение, что о человеке говорят только хорошее после его смерти. Мусу Узденова же все любили и при жизни. Его поручения всегда четко и безоговорочно выполнялись коллегами, потому что уважали. Для них он был примером настоящего лидера. Какие-нибудь, если возникали вопросы, я всегда думал, а как вам с Самарведович поступить? Обычно, когда человека не станет, хорошие говорят, или юбилей, он действительно заслуживал то, что мы говорим. Мы достаточно не говорим о нем. Этот человек особый человек был. Он был истинный горец, он был истинный карачаевец, он был истинный интернационалист. И эрудит был. Под началом Мусы Узденова было немалое количество молодых специалистов, в том числе и Мариам Байрамкулова. Под его руководством она проработала в школе целых 40 лет. Муса Магомедович для меня это человек с большой буквы. А говорить о таких людях очень тяжело, согласитесь, да? Все звезды меркнут перед такими людьми. А Муса Магомедович это человек больших возможностей был. Человек, который поднимал настроение. Человек, который всегда помогал нам молодым. Человек жив, пока жива память о нем. Мусу Узденова всегда вспоминают только добрым словом. Его уход из жизни стал невосполнимой утратой не только для его близких, но и для всех, кто был с ним знаком. А эта мемориальная табличка отныне станет напоминанием подрастающим поколениям о выдающемся земляке, равняться на которого большая честь. Гульмира Лайпанова, Мурат Кимрюгов, Архыз 24.